На данных кадрах вы можете наблюдать паростки клёна, которые у меня растут у соседей. Я их спилил, чтобы сделать табурет из этих веток. Вот так вот они и выглядят после оптиска топором. Не очень приглядно. И поначалу я, конечно, хотел сделать просто так, из обычных веток табурет, но я понял, что для меня важна не только его практичность, но также еще и эстетическое состояние. Поэтому я решил полностью зачистить все ветки от коры, что было сделать достаточно проблематично, потому что они пролежали уже несколько дней и подсохли. Поэтому если будете заниматься такими же работами, то я вам всем советую сразу же на месте, когда вы спилили, вы подобрали себе нужный размер веток, также снять кору. Это будет сделать намного проще и быстрее. А мне пришлось мучиться очень долго с каждой ветки, потому что кора снималась достаточно проблематично. Потом нужно было, естественно, зашкурить все сучки, которые выступали из веток. Я долго думал, стоит ли это делать или нет, но все-таки решил, чтобы сучков не было вообще, за исключением на крестовинах, которые составляют основную геометрию табурета. Ну и, естественно, дают ему ребра жесткости. И сами ребра жесткости, которые я буду делать, точно так же обрабатывать не стал. На данных кадрах вы можете наблюдать, что все соединения я буду стягивать пэт-лентой. Пэт-ленту я нарезал при помощи самодельного бутылкореза, способов изготовления которого в интернете огромное множество. Здесь я просто показываю, что данное соединение было закреплено исключительно пэт-лентой и больше никакими другими материалами оно не подкреплено. Следовательно, держаться будет только на пэт-ленте. В дальнейшем я, конечно, понял, что это было не самое лучшее решение, и все-таки ребра жесткости я решил закрепить не пэт-лентой, а сделал это на двух саморезах, но об этом позже. Все-таки пэт-лента очень хороший материал для стягивания и сжатия, особенно после термоусадки феном. Они очень плотно и крепко стягивают деталь. Но тут есть несколько замечаний и моментов. Прежде всего, когда вы соберетесь сделать такой вот табурет, я вам всем настоятельно рекомендую не снимать кору. Конечно, с эстетической точки зрения это выглядит очень красиво, когда такого вот желтоватого цвета получается ваш табурет, но пэт-лента стягивает достаточно плоховато, потому что оно скользит. И в этом, конечно, есть огромный минус, в том, что пэт-лента соскальзывает. Но я его очень сильно прогревал, получается, саму пэт-ленту, и в итоге мы получили довольно крепкое соединение. Здесь же я уже ставлю ребра жесткости, я протестировал табурет, когда я его собрал, и понял, что он начинает немножечко гулять в разные стороны. И тут я понял, что без ребер жесткости не обойтись. Естественно, я выпиливаю зазоры, которые наметил в ребрах жесткости, чтобы оно нормально прилегало к тем составляющим крестовинам, которые составляют основополагающие нашего табурета. И здесь, я думаю, все понятно и без комментариев. Удаляем ненужные заусенцы и примеряем. Тут, естественно, я уже решил прикрепить на саморезы, потому что просверлил дырочки, естественно, и потом уже в эти дырочки засверлил саморезы. Дырочки, чтобы, естественно, деревяшка сама не лопнула. Вот такое вот чудо-юдо у нас получилось. Крестовины и два ребра жесткости, которые я сделал не зря. Они себя показали очень с хорошей стороны. Здесь вы можете наблюдать один саморез, но на самом деле их два. Второй просто был длиной большой, и я его немножко спилил. Сам табурет получился довольно-таки эстетичен и, как мне кажется, даже красив. В дальнейшем я его скрою лаком, а сейчас время теста. Yeah, I
never take doubt as a lesson. I never second guess it. Take negativity and reject it. I got my mind blind to rejection, so I'll be just fine. Don't be wasting any time with discretion. I run this campaign like I'm running an election. I pop this champagne like we're not in a recession. I feel no damn pain. Ibuprofen is a blessing. Feel it pumping through my veins. Got me feeling like I'm flexing, yeah. I'll never doubt myself. I can count on no one else. And I do not need your help. I was told to show, not tell. I don't ever doubt myself. I can count on no one else. And I do not need your help. I was told to show, not tell. So watch me.